находимся на одной из гор вблизи Красноярска. Это Николаевская сопка, где открывается прекрасный вид на город. Город Красноярск, 1 миллион жителей, река Енисей, которая имеет 5 мостов, 1 железнодорожный, 4 автомобильные. И люди общаются, развиваются, размножаются, строятся. Но всем этим людям нужно донести Евангелие, чтобы каждый житель знал хотя бы одного, кто искренне следует за Иисусом Христом и активно благовествует. Поэтому приглашаем всех к этому видению и просим молиться за нас, за Сибирь, за Красноярск, за Россию и за весь мир.